Поздравляем клинику «Доктор Зубов» с юбилеем и благодарим за помощь в проведении съемок. 25 лет назад, когда в стране начали появляться новые технологии, компания «Доктор Зубов» была в числе первых, кто внедрял их в повседневную практику. Сегодня стоматология продолжает успешно работать. В эти дни ее сотрудники празднуют юбилей и вспоминают, как все начиналось. Моя трудовая деятельность в нашей стоматологии началась с мая 1992 года. Это было всего два маленьких кабинета. У нас было два врача лечебника и два ортопеда. История создания сети стоматологии «Доктор Зубов» начинается с 1991 года. Тогда на улице Инструментальной рядом с заводом РТИ было открыто первое отделение фирмы. Почти 16 лет руководил и успешно развивал компанию Владимир Попов. Сейчас большое дело продолжает Оксана Пашевкина. Начиная с должности ассистента врача-стоматолога, она прошла путь до директора. Сегодня уровень сервиса и качество лечения в сети стоматологии «Доктор Зубов» соответствует самым высоким стандартам. К примеру, планирование имплантации осуществляется при помощи компьютерной томографии. Фирма имеет три современно оснащенных стоматологических поликлиники с собственной зуботехнической лабораторией. Наша клиника приняла за эти 25 лет более 250 тысяч клиентов. И, наверное, половина из них – это наши постоянные клиенты, это семьи, это дети, которые уже подросли, которые ходят взрослыми, вместе с своими детьми приходят. И благодарны, и мы им очень благодарны, всегда их ждем. Это не только праздник врачей, медперсонала. Безусловно, это праздник, в первую очередь, нас, наш праздник, горожан. С тех пор, как появилась эта поликлиника, живешь спокойно уже. И можно только улыбаться, широко на все 32 зуба. Потому что высочайший профессионализм врачей позволяет уже не думать о том, как будут тебя лечить. Но прежде всего, мне хотелось бы пожелать и поздравить с днем рождения замечательный коллектив клиники «Доктор Зубов». Вы молодцы, вы команда, а все остальное, наличие вашего даже вот такого юбилея в 25 лет, говорит о том, что вы действительно лучшие.